Для чего это мы делаем? Губернатор Приморья осмотрел поврежденную дамбу в районе Семи Ветров Уссурийска и обратил внимание на неудовлетворительное выполнение восстановительных работ. Там шланг порван, там слив идет, значит, на тело дамбы. Вот, то есть это вещи, которые нужно смотреть и нужно по ним указывать, что нужно делать. И это быстро надо сделать. Первое, значит, да, то есть это установка стационарных насосов. Причем мощность, рассчитайте, по последнему паводку, как минимум увеличьте ее на 50%. Или три насоса. Или три насоса по 500 поставьте. Но сделайте тот резерв, который позволяет вам, оно еще правильно в параллель включать, который позволит вам избегать любых наводнений. Второе, поднять их необходимо как минимум, значит, на 3 метра. Так работа с учетом корректировок будет организована уже на следующей неделе. Вот давайте этот комплекс мер нарабатывайте вместе с проектировщиком, вместе с заказчиками. Это как техническое задание. Параллельно комиссия от Росводресурса ведет обследование объекта. Выводы позволят определить технические характеристики, были ли нарушения при строительстве. Также этим вопросом занимаются и правоохранительные органы. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.